Жизнь на Марсе все-таки была. Марсоход Opportunity нашел на Красной планете следы пресной воды. Об этом сегодня заявили специалисты НАСА. Свежие данные стали самой важной информацией за всю десятилетнюю миссию аппарата. Они подтвердили открытие, сделанное несколько месяцев назад другим марсоходом Curiosity. До сих пор версию жизни на Марсе подтвердить не удавалось. В других пробах марсохода Opportunity была экстремальная концентрация солей и кислот. Такая вода больше похожа на серную кислоту и для живых организмов, конечно, непригодная. Это были главные новости к этой минуте. Подробности также на нашем сайте www.rbc.ru.